По идее, просмотр уже должен закончиться. Опять мивет краевед! Где находится чму таракань? Фу, тараканы, не люблю их. А теперь в эти края едут отдыхать. Это типичное США. Обожаю лето и море, особенно когда их целых два. Здесь выращивают пшеницу, виноград, рис, чай, даже киви. А можно, пожалуйста, повторить? И теперь Кубань трудно представить без казачьих станиц, коней и песен. Это спойлер к новому сериалу? Люди разные, острова одна.